Вы смотрите видео об отеле Лимерия. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Лимерия расположен в стране Греция в регионе Родос и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 22 километра от аэропорта Родос, в 15 километрах от центра Родос, в 800 метрах от поселка Полираки. Территория гостиницы занимает 10 тысяч квадратных метров. На территории отеля имеется 1 ресторан, 2 бара, 1 открытый бассейн, 1 теннисный корт с жестким покрытием, Wi-Fi в лобби бесплатно, мини-маркет. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, центральное кондиционирование бесплатно в период с 01.07.1509 с 19 часов ровно до 7 часов ровно, холодильник, сейф платно, душ, фен, телефон, балкон или терраса, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из Double Rooms, 15-22 квадратных метра, максимум 3 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть Wi-Fi сейф, платный магазин, теннисный корт, массаж платно, по заказу бильярд, настольный теннис. Также бесплатно доступны теннисный корт, настольный теннис, дартс, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж по запросу, бильярд, водные виды спорта на пляже. Для детей есть 1 открытый бассейн. Мини-клуб, возраст 4-12 лет, часы работы с 10 утра до 12 дня, с 3 дня до 5 вечера. В ресторане детское кресло, детская площадка, мини-дискотека с 9 вечера до 10 вечера. Муниципальный песчаный пляж в 500 метрах. Год постройки гостиницы – 1987. Год, когда был сделан последний ремонт – 2011. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.